Доброго времени суток, друзья. Продолжаем с вами играть в World of Tanks. И сегодня, друзья, с утра новая акция. Называется она, боже мой, достаньте оборудование для объекта 140. Данный агрегат, как вы видите, у меня есть. Но я решил на халяву, так сказать, практически на халяву получить улучшенную вентиляцию и орудийный дослатель среднего калибра. Почему бы и нет? Для этого надо набить всего лишь 200 тысяч дамага, друзья. 200 тысяч дамага до конца этого месяца. Это вполне мне по силам. Ну и думаю, что начнем мы с вами запилил такую серию. Почему бы и нет, собственно. Не знаю, какой продолжительности ее делать. Ну, боев, наверное, пяток сыграем. Может, чутка побольше, может, чутка поменьше. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Сегодня, в принципе, уже пилил одну серию. Так сказать, день Франции был у нас. Ну и результаты так. 50-50. Половину проиграли, половину выиграли. Ладно, мы с вами, друзья, в Эрленберге. Встречка Эрленберг. Довольно-таки интересная. Ситуёвина, честно говоря. Я думаю, либо мне за речку кинуться. Поехали! В угол, либо же кругу подобраться. Честно говоря, как-то сомнения меня берут в логичности того или иного поступка. Мы выехали вообще не в самую лучшую позицию, прямо скажем. И оттуда нас могут пострелить, и отсюда могут прострелить. В общем, не фонтан, не фонтан. Да. Так попасть, это еще надо умудриться. Шикарно. Каким образом мы не попали, это вопрос вообще на 100 500. Ну, в общем, стоим, захватываем базу, нервируем противника. Оттуда нас не видно. Здесь лишь Е5 может что-то придумать. Но ему там, я как вижу, и без нас достаточно-таки весело. Ну, а мы продолжаем нервировать противника. Так, ну может ты и выглянешь, не, дружок? Пока что не хочет. Ну, убили негодяя. Это понятно. При этом никто из противников в круг заезжать желания не выражает. Это мы так сейчас выиграем, слушайте. Только у меня дамага ноль. Но все как обычно, да? Когда надо, нафиг дождешься. Пытаюсь найти хоть какой-нибудь прострел, хоть чего-нибудь, где-нибудь. Ну, наконец-то, 360 дамага есть, друзья, есть. Ай! Чё ж ты качаешься туда-сюда-то, друг? Еее!
Дамаг, друзья, дамаг. Так, ну и с того фланга все, друзья. Опа, кто-то заехал в круг. Немного не хватило. Вот так, выигрывали, выигрывали, и уже не выигрываем. Печалька. Кто там такой умный? Я умный такой, твою за ногу. Ах, Лёва проехал. Так, меня спалили, друзья, меня спалили. Сейчас меня будут немного убивать, наверное, да? Вот СТБ. Иди ты. Какашка сохранская. Ты там проехать не хочешь, нет? А, не хочет. Разрешите повторить, разрешаю повторить, сзади меня Тартусины, друзья. Ну вы охренели, вы вообще где-нибудь кто-нибудь будет воевать, нет? Тьфу на тебя. Блять, СТБ. Иди в задницу, говно. Ага, больно. Там еще 50-120 переконтролит. Убили. Отлично, аллилуйя. Поехал. Чемодан забыл. Заряжай быстрее. Ну и, собственно, я сейчас сдохну. Ай, боже мой. Ну что ж за команда-то попадается? Вообще ничего не могут. Уже я отвлек и накидал. Нет, все равно. Сдохли все. А, я хз. Что с вами делать, друзья? Супостат на горизонте. Как вы умудрились слить? Ну и, собственно, Лефинделя Кумеди. Ну, 2000 накидал, нормально. А, базу захватили, ясно. Я думаю, что это меня скинул-то? Я посмотреть хотел, как там все будет. Вот. Поражение. Первый, блин, комом, друзья. Ну, своей цели-то мы, в принципе, добились. Двушку накидали. Еще осталось 99 таких боев. И акцию мы выполним. Наверное. Должны. Зимний Химмельсдорф. 60% на победу. Что же, посмотрим.
Пойдем мы, естественно, на гору. Будем биться с таким же объектом 140, как и мы. Надо бы задание на СТ-шное поменять, СТ-9 на другое, потому что на десятке я вряд ли найду двух тяжиков на два уровня выше меня. Еще не придумали ТТ-19 уровня. Лады. О, как вас много. И вы все хотите туда? С ума сойти. Да вы психи. Вы явные психи. Куда же вы ездите-то? С другой стороны, неплохо. Но то, что Е5 также решил. Это уже херово. Вообще, банан. Уроды моральные на ТТ. Ну тут вот этого я никогда не понимал. Блять, ну и что? Своих мозгов нет. Вот вроде Е5 таки догадался поехать туда, куда надо. Ай, кино. Какие мы герои. Не дергайся, какашка. Хе-хе, мимо. Ну чё, дружок, ты готов умереть-то? Ну не дали, не дали нам. Грельчонок. Мимо. Вот дурында-то. Вижу врага. Ай, ребята, это было смешно. Это было смешно. Другое дело, что там Т-34 едет. Это уже менее смешно. Надо его ковырять. Ой, друзья, гриль. Страшный-страшный гриль. Ай. И боюсь, что нас гриль здесь убьет, друзья, убьет. Вот скотина-то, а. Но надо уезжать, одним словом. Хреново куча наших танков, а понту ноль. Понту просто ноль. Это, конечно, немного бесит. Да ладно. Уроды моральные, епта. Ну вот, вот ты говно, блядь. Ну ты не можешь, что ли, подъехать с другого фланга и подстраховать, дебил. Слов нету. Просто, ну идиоты. Которые не видят элементарных вещей. А ладно, не будем ругаться. Ладно, мы накидали 3700, 3 фрага. Это хорошо. Можно теперь себе позволить один бой, где нас сваншотят в первую же секунду боя. Вижу врага.
врага! Дырам-дырам-дырам-дырам. Так, надо бы... Блин, пустите меня на арту, вот. Вот, арта, давай, покажи класс. Да ты не жди его, ты выезжай на него. Вот, только раньше надо было идти заново. Тебя-то он не ждет. На! Классно, в затылок застрелил. Хороший бой, мне понравился. Но может, могло бы быть еще лучше. Если бы на крыше мира не тормозили бы. Было бы все проще. 3700, хорошо. И даже грилли не смогли меня обогнать в этом плане. Отлично. Едем дальше. LifeOx. Причем LifeOx без арты. Любопытно, любопытно. Но при этом противник огромное количество СТ-шек. Бам-бра-бам-бра-бам-бра-бам. Это, возможно, будет жопа. Вкидываться на мост нельзя ни в коем случае, потому что если все СТ-шки поедут по одному направлению, нас ждет мир боли, отчаяния, раскаяния и вообще попа боли. Тут надо как-то аккуратненько. Погнали! Погнали, погнали! И забыл снова ЛВЗ поменять. Все как обычно. Все как обычно. Супостат на горизонте. Супостат на горизонте. Пробей, давай туда же и тем же. Отлично, минус один. Впереди МХ-30 вылетает он. Ага, еще две СТ-шки. Четвертая СТ-шка ныряет. Все становится ясно. Да ладно! Вот это немного обидно. Второй рикошет, друзья. Неплохо. Уже кого-то убили даже. Его не пробили. Хм. Какой ты? Так я подставил корпус. Засранец. А он неплох. Ну-ну-ну, дружок. Отлично! Перфорируем гада! Ай! Без сведения не попал. Да ты задрал! Семён Семёныч! Чё ты меня сугубо выцеливаешь, подонок?
А уж не все так просто, друзья, не все так просто. Надо как-то. Не прокатило. Да, это было обидно. Да ну, ты задрал 140. Везунчик, одним словом. Одним словом, везунчик. Ладно, ты меня убедил только. Наконец-то хорошо в него Т-30 вошел. Как тебе нравится кумоль, друг? Как, оказывается, 140 башня пробивается? О-о-о, ужас какой. Маленькие тараканы. Отскочила. Да есть. Ты не пробил. Ради вас, друзья, мне кумули не жалко. Ой, хорошо. Я остался еще разочек. Фиг вам называется это. Че, кто? Кто смелый? Выползай. Да что ты, а? Первый готов. Вот порвется. Второй готов. Да блин, не попал. Боже мой. Здесь надо было попадать. Разменялись мы двумя флангами. Здесь они продавили, там наши продавили. Но я так понимаю, что мы здесь все-таки проиграем. Наши тяжики здесь все сдохли. Не понимаю, зачем все сюда приехали, правда. Обидно, обидно. Но 1900 мы сделали. Конечно, не без кумули, но куда деваться. Ну и в конце, конечно, тоже обидно. Два раза не попасть. Это печаль. Пошел наш захват уже. Эти все, я так понимаю, ссутся от одной ВЗшки. О, там грильи все. Там не только ВЗшка, извиняюсь тогда. Суца нет ВЗшки от гриля. Ну давай, забирай шот, забирай шот, забирай. Ну, ну друг. Шотик. А вот и тебе шотик. И еще шотик. Хреново куча народу там. Не-не, там не выезжай, друг, там не выезжай. Куда ж ты стреляешь-то? Супостат на горизонте. 44-ка. Хорош. Но нам это не поможет. Уже Е5. Там сейчас тройку доедят.
Вот как-то так, друзья, как-то так. Раскидали нас. Ну, прикольно. И у меня что-то как-то игра взяла и вылетела. Прикольно. Прям-таки. Прям-таки вообще. Лепота. Лепота. Так, сейчас, секунду. Сейчас все будет. Не знаю, что это она так решила вылететь. Совесть она потеряла. Потеряла совесть и вылетела. Зараза. Ну, отлично, загрузились. Все работает. По идее, да? Да, да, все работает. Поехали дальше. Куда деваться? Вот, пожалуй, 1010 дамага набьем. И можно будет закругляться. Еще вечерком поиграем, еще десяточку набьем. Если каждый день по 20 тысяч набивает, то за 10 дней акция как раз и выполнится. Нормально? Нормально. Так, ну что, Ласвель? Ласвель 65%. И опять я... Ай, ладно, не буду я менять это задание. Ну, каждый раз забываю. Так смысл-то какой? Ай. Конечно, это печально. Это печально. Ну ладно. Ну, поедем мы, естественно, в город. Ну что, засвет только будет какая-нибудь? ХЗ? Вот и я, друзья, ХЗ. Тихо. Да что ж ты какой? Писец! Да эти тизонок снова засветили. Отстаньте от меня. Гундурасы нехорошие. О как. 5-4. Да ты герой. Где там 5-4? Не, по-моему, мимо. По-моему, мимо. Ну а теперь он уже, наверное, и уехал, да? Так, ну доехали мы вроде как до базы. ХЗ, что тут будет? Ну, попробуем встать в круг. Захват. Тем самым будем выманивать врага сюда. Пара-па-пара-пара-пам. 1-2. Ну, за 4 минуты они по-любому подъедут, я так думаю. Ну, собственно, вот и они. Ни хрена не видать. 140. А выехать не хочешь? Вот ты скотина. Вижу врага. Блин, поехать помочь. То ведь 75-й сдохнет. Ни за что, ни про что. Правильно? Правильно. Да ну ладно. Ну вы прикиньте, а. Просто моментом море. Моментом море. Пробитие почти насквозь.
Хе-х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 е. Нормуль. Супостат на горизонте. Хорошо. 6-9. Боже, 75-й, ты наглая сволочь. По мне же тоже стреляет, но... Ох. Ох, друзья. Друзья, блин! Уезжаем, не уехал. Забил меня 62-й. Ай, 62-й, засранец. Засранец ты. Уехал. Ты 10 не смог пробить 75. А тут фочище, да, куча. Ну, прикольно, прикольно. Интересно, тройку убьет 62-го, нет? Ой, печально как. Ну, тройка. Все нормально. Успеваешь пока, да. Тебя максимум два раза дамажит. Но не убьет. О, фоч помог. Шикарно. Просто шикарно. 9-5. 9-5. Это обидно. Давай. Биву. Вот, правильно. Теперь фоч. Ну на тебе, гад. Хорошо вставляю. Вижу врага. Ай, смешно, да? Ну и все, Лёва убил сейчас. Отлично, победа, друзья, победа. Немножко мы, конечно, недовыполнили свой план, всего лишь 1677, но вот... Всё, собака 62-й приехал, навалял, подставил, да еще и гуслю сбили. Так, не кстати. Так, ну и у нас 9200, ну то бишь еще один боек сейчас, друзья, скатаем с вами. И на этом будем сегодня закругляться. Да, как раз где-то минут 40 видос получится у нас. Нормально, самое оно. И немного, и не мало. Малиновка, друзья, малиновка. Основу я не поменял, ЛБЗ, ну... Как я и говорил, бесполезно, я не запомню. Это слишком сложно для меня. Так, ну что, малиновка. Да, это малиновка. И походу нас здесь ждет поражение. Наверное. Возможно. Но возможно нет. Не знаю, посмотрим. Ну, мне не нравится то, что у противника как бы на две девяточки побольше, а то как бы вообще без претензий. Да? Поехали! Все как обычно. Жопа жопная. Помочь? В чем тебе помочь? 90-ку. Сдохнуть там? Извини, ты, я думаю, и без меня справишься с этим. Да на тебе, на гусельке, постой, дружок. Га-га. Тери. Ой, хорошо, там на косарик вошло. Ой, хорошо. Молодцом. Нет, вы правильно. Правильно. Так, ну что тут? Ну давайте, выгляните кто-нибудь из-под камушка-то. Че, как не родные-то? В самом деле. Тара-та-ра-та. Грилек кинул в холостую.
бульдоги умерли. Умерли. Так, но здесь высовываться беспонтово. Много СТ-шек, все они стоят по кустам. Ой, хорош конь. Закинул за камушек, погрели он. Сравняли счет. Это феноменально. Феноменально, отлично. Процесс идет, контора пишет. Ага, спалили, я же говорю, стоят. Стоят, сволочи, стоят. Сейчас у меня арта будет гулять. Наверняка. Сменим диспозицию. На СТ-шки там трутся, а не трутся. Ну, может быть, тогда на гору поехать, коли здесь гриль будет стоять, там дома контроль все это сутюевина. Ну, наверное, лучше всего реально ехать. Поехать уже на гору, а то там наших только двое. Грилька увидели, накидывают нашего. Плохо. Чё ж тебе в кустах-то не стоялось? Дружище. Давай не дохни. Ну, писец. Вижу врага. Просто отдался за бесплатно. Как так можно? Ну, неужели ты, я не знаю, не знал, не предполагал, что там могут быть противники или что? Как ты отдался-то? Писец. Супостат на горизонте. Так, там 140 и еще какая-то шняга. Съемки 121. Надеюсь, с ним разберутся. 5-4 и гриль. Надо помогать съемке. Хотя нам внизу надо вот здесь вверх проконтролить. Ну, понеслась нелегко. 24 уже. А наши вон где прорывают. Печально. Так, и вот он гриль. Супостат на горизонте. Как нож. Отлично. Масло. Отлично. Меня радует данный размен, да? Пробил. Сейчас дуршлаг его превратим. Отлично. А здесь еще чехи пошли. И я сейчас сдохну, да? Да, чех барабаном меня просто забирает. Отлично! Отлично. 4-8. Жопа жопная. Последний бой не удался. Не удался последний бой. Это печально. Ну и 430. Ничего так толком не сделав. Побыстрее сваливать. Шикарно. Но, наверное, даже этот последний бой ждать не буду. Потому что до конца здесь еще довольно-таки долго. Сильно не разгоняемся. Эти на фланге так не смогли прорваться, но это и не удивительно, они в честном поле стоят, их подсвечивают, а арта их просто убивает. Еще бы они там прорвались. Там вообще никто никогда не прорывается. Потому что это идиотизм. Итак, без последнего боя у нас с вами, друзья. Ага, я же вылетал. Ну да, я вылетал. Я не знаю, ну что-то как-то пошло не так. У меня только 3 боя зафиксировано. Хотя их было больше. Ну ладно. Коли вот так. То не будем этим пользоваться информацией. Ну, единственное скажу, видите, как только десятка, сразу же минус пошел. Сразу же минус. Так, то есть у меня Ласвель только остался. Только Ласвель.
печаль. Ну да и ладно. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось. Я так думаю, что пока идет акция на объект 140, мы еще не раз сделаем такие же. Видосики я сделаю, по нему покатаем, постреляем, понагибаем. Ну или нас нагнут, как обычно. Вот. В общем, если нравится, ставьте лайк, комментируйте видос. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего и удачи.